предлагаю попробовать рецепт овощного соуса из кабачков. Он получается легким, ароматным, густой консистенции. Очень хорошо будет сочетаться со спагетти и пшеничными лепешками. Нам понадобятся следующие ингредиенты. Подготовьте все ингредиенты. Разогрейте растительное масло в кастрюле с толстым дном. Репчатый лук нарежьте полукольцами и обжарьте до мягкости. Кабачок натрите на крупной терке. Добавьте к луку, посолите и поперчите. На средне-высоком огне потушите кабачок, пока не испарится лишняя жидкость. Примерно 10-12 минут. Добавьте мелко порубленную петрушку и чеснок, пропущенные через пресс. Перемешайте и остудите. Измельчите овощи блендером. Соус из кабачков готов. Покупай все продукты и напитки с хорошими скидками. Переходи по ссылке в описании и получи скидку до 30% на продукты для ваших кулинарных шедевров. Подписывайся на наш канал «Еда с перчинкой». Всем вкусненьких блюд!